instytucji. Na pewno będą pytania, które będą zmierzały do zwiększenia pozycji obywatela w państwie, wzmocnienia także tego głosu referendum. Mogą się pojawić także pytania dotyczące systemu rządów. Odpowiedzi na te i inne kwestie miałyby być wskazaniami dla ekspertów i polityków pracujących w przyszłości nad zmianami w konstytucji. Jednak o takiej ścieżce zmiany ustawy zasadniczej sceptycznie wypowiadał się niedawno poseł PiS Jacek Sasin. Referendum ma sens wtedy, kiedy jest pewien projekt, prawda, nad którym można rzeczywiście debatować i który może być ostatecznie rozstrzygnięty. Jak rozumiem, koncepcja pana prezydenta jest taka, żeby tych pytań było bardzo wiele, bardzo szczegółowych. No to jest pewne nowe, prawda, w polskiej sytuacji. Nie wiem, jaki będzie efekt. Prawdopodobnie w lipcu prezydent skieruje do Senatu wniosek o rozpisanie referendum. Wtedy Izba Wyższa Parlamentu będzie miała 14 dni na podjęcie decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu prezydenckiej inicjatywy. Przypomnijmy, 11 początek, wystąpienie prezydenta. Театра, и потом удивительный факт. Запишем. A na wczasy najlepiej do teściów, do bloku. No to patrz. Twój, mój, służbowy. No, no. Niewiarygodne, a jednak na OLX znajdziesz atrakcyjną i dobrze płatną pracę. Czas na grill po polsku w Biedronce. Otwórz sezon promocją, która... Kawa Sibu i Wonderland do poranku w Radiu Z. 19 minut zostało do 7. Sponsorem konkursu jest... Фаворит Штальсинт. Надежное моторное масло с интеллектом. Время завести газ. Только до конца апреля. Специальные цены на цельнометаллические фургоны «Газель Next» от 38 600 рублей. Предложение действует на фургоны от 11,5 до 13,5 кубических метров. Подробности по единому номеру ГАЗ 017-291-8111 и на сайте belgaz.by. Реклама на новом радио. 202-8000. А прямо сейчас на новом радио будет современный хит. Te chercher dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.
hasard. J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop bu toute la nuit et je danse comme un zombie. Ça sent la lose, la lose, la lose. Nothing to lose, to lose, to lose. Why don't you get it? Si je marche dans le sable. Історичних великих членств у Литовске. В остатнім десятилетті. Радио. У микрофона Наталья Жуковская. Здравствуйте. Белорусская продукция появится на китайских прилавках. Сегодня в Минске пройдет городская ярмарка вакансий. Один из популярных мессенджеров меняет возрастные ограничения для пользователей. Все подробности прямо сейчас. 5 белорусских предприятий сертифицированы и получили доступ. В окнах занавешены, позабыв о нас двоих. Пал наш старый дом. Юность безвозвратно рысью мчалась прочь, по бокам своим крылом сдали. Кто-то в день ушел, а кто-то канул в ночь. И шестерок метят короли. И однажды летом в наш уютный двор словно грянул первый гром с небес. За рыжеволосой длинною косой прикатил под вечер Мерседес, клетчатая юбой. Небольшие дожди. Конечно, есть инопланетяне. Конечно, конечно, есть. Конечно, конечно.
Короче, мы с ними до сих пор не встретились, не увиделись. И ты вот хочешь объяснить? Наконец же я, причем я. Ученые серьезные дали ответ на этот вопрос. Не какие-нибудь уфологи там, да? Какие-нибудь, да. Ты гляди. Серьезные физики ответили на вопрос, почему мы до сих пор не встретились с инопланетянами. Через 5 минут. Реклама. Белкам не место дома. Белкам место в МТ-банке. Dziś troszczy się o ciebie, o mnie. 57% ulotne ceny. Skidka 5% na второй i 15% na третий товар. Jeszcze. Работает рекламное агентство «Наружное видео». Волком 660. Крупнее, чем вам кажется. Łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Отмечаю, что в марте медики зарегистрировали 23 обращения по поводу укусов клещей, а с начала апреля более 1400. Таковы новости, читайте их также на нашем сайте unistar.by. А дальше о погоде. Партнер программы «Минсклада». Импортер автомобилей «Лада» в Беларуси. Если новая «Лада», то только на Серова 1. Ведь в автоцентре «Минсклада» такие выгодные условия покупки. Просрочку со скидкой по программе «Трейдин» из 5-летней гарантии. Сегодня в Бресте плюс 14-16, в Гомеле плюс 16-18, в Могилеве, Бобруйске, Солигорске и Барановичах 13-15 тепла. При этом в Бресте, Гомеле и Могилеве возможны небольшие дожди, в остальных городах без существенных осадков. В Минске сегодня плюс 13-15, обещают небольшие дожди. Сейчас в Беларуси 8-04. Доброе утро! Программу представляет кондитерская фабрика «Коммунарка». Коллеги!